Хочу заснять итоги выращивания петуний. Ну, это звездное небо, это покупная. Я только ее разделила на три части. Как звездное небо. И здесь висит у меня. А, такие они. Вечером больше видно их реальный цвет. Звездное небо. Красавцы. Так, ну тут у меня лобелии. А тут махровые петунии. Блин, гром такой. Там все темное-темное. Ай, хотя сегодня по прогнозам дождя ноль. Ну ладно. Значит, здесь у меня оперы. Синяя и красная. Микс. А здесь бургундия Red Velour. И тоже опера белая. Здесь махровые. А тут, наконец, калибрахоа расцветает. Все, что мне удалось сохранить, два кустика. Здесь и здесь. Так. Ну и сниму. Здесь малиновые жилки зацветают. А вот малиновые жилки. Более-менее во всей красе. Очень красивая петуния. Действительно. Малиновые жилки. Ну, Raspberry Eyes они. По-нормальному называется. А здесь оперы. Белая, красная, синяя. Еще навысаживала на дорожках, но они пока не все расцвели. Зато розочки пошли. Розочки пошли, пошли. Блин, ну сейчас же ливанет. Ну как так-то? Ой, ну как так-то? Метеорологи. Ух ты. Вот это купленное мною семенами типа звездного неба. Называется Dot Star. Не совсем не такие. Так. Ерунда. Вот. Чупушник вовсю цветет. И фламентанс, который болеет у меня. Вот, ржавчина эта. Ну, маленько цветет. Здесь у меня тоже опера и бургундия, наверное. Надо смотреть. Вот куплена вот такая сетка. Здесь 20 метров. Это для огурцов и для гороха.
Горох я уже поставила. Вот огурцы надо делать, потому что они уже вот на дорогу вылезли. Усы и так валяются. Вот мы их сейчас поставим. Дождик идет. Вот. А, горошек готов. Сеточка. Я на палках поставила. Так нормально. Готово. Вот делала для огурцов подпорку. Не совсем то, что я думала, но потому что они посажены не очень удачно для такой подпорки. Ну, надеюсь, что нормально будет. Во всяком случае, на земле больше не лежат. Поставила вот такую сеточку. Прикрепила. И теперь это не валяется на земле. Так стоит хорошо. И эту переставила вот сюда. Потому что мак обрезала, он уже некрасивый. Ай, мои розочки.